Так, некоторые, так сказать, результаты, если так можно выразиться, по полировке и по покраске. Значит, вчера открасил, перекрасил этот фартук. Сейчас он уже слегка запылился. Вот такой глянец, как бы шикарный. Вот, уже начал под сборку. Правда, опять подтек посадил вот здесь, вот, но я его сполирую, он минимальный. Ну вот, позавчера начал подготовку к полировке вот этой самой крышки этой. Вот, сегодня начал полировать уже заодно как раз вот эти места, где переходы по ребрам. Не по ребрам, а по этим самым, по стыкам панели герметик. Ну, я вот здесь замывал, да, чуть-чуть сюда залез. Ну, короче, все сполировал. Вверх крыльев сполировал, ну, отсюда как можно достать. Теперь она вот такая вот блестящая, красивая. Так все блестит. Прям шикарно, да? Не знаю, видно, не видно меня. Вот видно, да, меня? Сейчас камера настроится, будет вообще прикольно. Так, короче. Ну, правда, тут пыль уже поналетела. Юга. В общем, вот так вот блестит. И прошелся легким полирующим этим самыми движениями, ну тоже из-под машинки. И повторяю, первый, второй номер сейчас использовал уже, так сказать, потихонечку наращиваю темпы. Первый, второй номер вот здесь вот был, ну это зеленый колпачок, знаете, да, тремовский. Вот. Вот так вот она, в принципе, такая сразу прям конфетка стала, писечка, можно сказать, как автокар говорит, писечка. А вот здесь вот я, короче, вижу риску, я до этого не видел, сейчас только что увидел, надо пополировать еще. Ну такая красивая машинка получается. Здесь что-то такое, блин. Вплотную подошел, не видно. Вот здесь вот что-то было такое. Издалека есть, вплотную практически не видно. Ну, короче, еще потереть чуть-чуть шкурочкой. Ну да, вот есть рисочка маленькая. Вот они, полосочки. Видно, да? Ладно, это еще все равно, так сказать, не последний. Доработки, доработки, как бы вот мой принцип такой. По полировке, особенно когда целиковые, когда никто никуда не торопит, ну или, так сказать, нужно сделать неплохо, чтобы ничего не пропустить. Прошел первый раз все, весь этот, ну, например, я там, не знаю, там дверь, да, например, или бочину всю. Вот, то есть прям все, вот тебе понравилось, ну, точнее, не понравилось, а ты вот, ну, закончил, да, то есть вот там располировал по углам, все, разошел, все. Короче, пошел, например, на следующий элемент, вот, или там, например, пошел чай пить там, чем-то другим заниматься. Вот, а потом, короче, через денечек можно к нему подойти и тупо повторить операцию, просто вот тупо то же самое. Как бы, ну, вот такой второй результат повторения, оно еще только лучше сделает. Это вот, ну, по крайней мере, у меня это так, я такой вывод для себя такой сделал. То есть вот сейчас мы ее первый раз отполировали, второй раз сейчас я ее отполировал, то потому же, в принципе, сейчас я что-то такое поддоработаю, в принципе, кое-что. И пройду уже, пойду уже, например, вторым номером, где-то этим самым зеленым колпачком, где-то вторым номером. И подобью всю риску перед этим. То есть, ну, будет просто шикарно. Просто когда это у хозяина проявляется, да, когда ты уже сдаешь эту машину, это просто, ну, как-то неудобно получается. В общем, на данный момент вот такая вот ситуация. Начал подсобирать фары. Меня останавливает, короче, установка фар и установка вот этого, я точно не знаю еще. 11, по-моему, это заднего хода фонарь. Единственное, меня что-то останавливает, потому что если я сейчас это все поставлю, надо провода будет одеть и потом поставить. Потом будет, если я что-то попутаю по проводам, нужно внимательно по схеме посмотреть, то придется опять фары снимать. Ну ладно, а пока что все.